Делаю обзор на Так, нормальные игры. ну естественно, ведь мне стримы мешают делать обзор. Сейчас я, блядь, 4 января, едва очухавшись, побежал делать обзор. Правильно. Да не, Илья, Не, его ну же это же там понятно, это написали. понятно, что это не просто стримы по линейке, это же обзоры. И Ну это... да. Там и написали, что Илья, если делаешь обзор, делай нормальные. Мне больше понравилось, когда тебя со Снейлкиком сравнивали. Я всегда говорил, что ты такой же жопоед, блядь, и очень голос похож. Ну, то есть на Ну. Снейлкика. То есть еще кто-то заметил эту черту. Думаешь? Конечно. То есть мою Ну, ты страсть знаешь, залазить тебе большинство по из тех, самые кто пишет эту главные. ахинею, я заметил, типа, подходит на улице какой-то бич, типа, вот, мне раньше нравился там обзор на боксера, а что ты больше обзоров не делаешь? Я 300 раз везде говорил, что новые ролики на геймпайлоте. Люди вообще думают, что, например, канал Madison Twitch, наверное, мне принадлежит, я даже не знаю. Ну, что сказать еще? Я считаю, что за стримами будущее, я стараюсь иногда застримить. А то, что я стримлю, всем должно быть пофигу. Я, скорее всего, всегда веду стрим как некий радио, что ли, эфир, общение с фанатами. Жалко, что, скажем так, фанаты у меня хуже, чем у московского Спартака. Или даже ЦСКА. Вот всегда считал, что ЦСКА самые тупые фанаты. Вот. С маленькими IQ. Если человек болеет за ЦСКА, то, скорее всего, он идиот. Но вот я болельщик Динамо, и всегда говорят, что типа ЦСКА с Динамо должны дружить, что это. Но я болел ЦСКА, терпеть не могу. Они все дятлы вообще кромешные. И каждый раз, когда я вижу на секторе Динамо, блядь, придурка в красно-синем шарфе, я все время хочу спросить, вот какого хуя ты приперся? Я, болельщик Динамо, никогда не пойду смотреть на коней, блядь, на негров, на этих вонючих, блядь, гинерских. Нахер они мне нужны? Я вообще не понимаю, каким надо быть тупым. А, это кони. Что с В ним общем, на сделать? этой футбольной ноте, я так понимаю, нам нужно поздороваться. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня Здравствуйте. зовут Илья Мэдисон. Со мной сегодня Алёша Казах, как и вчера. Мы продолжаем наши приключения в Ланэш, но они еще не начались. Мы на самом деле будем серьезно играть в линейку. С полной, так скажем, самоотдачей в потной пачке вот на этом серваке. И единственное, что у нас пока наш пати-лидер еще не пришел. В дальнейшем вы наш, наверное, у нас пока всего 4 человека в пачке, и 3 из них играть не умеют. Ну, 5, наверное, даже скорее человек. Просто один там вечером придет. Но вот потный наш придет вечером, поэтому уже, наверное, вечером мы потные стримы начнем, такой полноценный. А пока чисто, чтобы вам об этом сообщить, мы скорее вышли так в эфир вдвоем. И, возможно, даже после того, как побегаем сейчас немножечко, пойдем в доту в какую-нибудь позадрачиваем, а потом уже вечером вернемся с полноценным, скажем так, полноценным потом. Будем завоевывать этот сервер, как во времена Задрот ТВ, когда мы боролись против Хованского, но Хованский слаб, он никчемный. Линейджер, скажем так. Вот, поэтому мы найдем нового соперника. Не знаю, какого. Наверное, никакого не найдем. Ну давай, Константина Прекрасного вместо нас заставим играть. Как ты относишься к такому сопернику? Что-что? Пропустил Константин немножко. Прекрасный, если будет нашим соперником. Константин Прекрасный. Ну, скажем так, я не думаю, что Прекрасный вообще может считаться мужчиной в полном Хорошо. смысле этого слова. Давай тогда немножечко побегаем за темных эльфиек. Ты, Да, я кстати... создал. Я там уже 11 уровень, у меня все хорошо. Я с пухой уже. Так ты с Вастон или Пистон? Я с Востом. Ну хорошо тогда. Я тогда буду Пистон. Так, Давай, здрасте. я сейчас захожу уже обратно туда, в помещение, где мы с тобой родились. Начнем. Даже не знаю, ты какие волосы себе выбрал, Свастон? Я на самом деле все по дефолту оставил, потому что у меня мама дефолтная такая темная фига. Блин, тут стрёмные есть довольно такие шлюхи. И обкуренная даже есть с синими губами. А я не знаю, я же на это не люблю максимальную графику. Вот, То поэтому есть я ты не вижу даже тут синие губы. выставил не особо такую. Да нахер это надо, Илья? Я же Опять FPS вообще. этот. Сейчас, подожди, телефон там телебонькает. Конечно, конечно. Опять этот код вводите. Одну и ту же цифру вбиваю, блядь, 6 раз. Уведут у меня, наверное, персонажа. Да, мне вот это тоже непонятно было. Вот. Ты вообще, наверное, свои там цифры телефона или что ты Я вводил? до рождения дату всей семьи туда указал. Не, я думаю, что большинство людей просто вбивают 1488 и не задумываются ни о чем. А там 6 чисел нужно.
Ну, значит, 14.88.88 или Ну да. 14.88.14. Я бы поступил именно так, скажем прямо. Так, нахуй туториал. Блять. Ребят, я на минимальных настройках играю, блядь, я не знаю, я просто привык к этому, честно. Началось с того, что Dota у меня когда лагала, я поставил минимальную графику и особо разницы не увидел. С Вастона, ты где? Ты я уже стою возле убежал от тебя. гремлинов? Нет, блядь, я вернулся же, я возле тебя там стоял. Я не вижу. Вон а, ты, вон все вижу с вон ты, Вастона, вот да-да. я. Блядь, Короче, вот... подойди вон, пообщайся с бабой с красным никнеймом. С кошкой бабой или кто это, я все не знаю. мои... Да я сейчас возьму все. Не переживай. Все мои... Так, хочу... Дай мне купон. Только 6-го левела и выше. Короче, чувак, я от чего охереваю? Как же быстро качается... Вот Spellhour, по-моему, самый быстрый по качу всегда был во всех хрониках, во всем. Так нечестно это относительно обычных бойцов. Пойдем, я быстро апну. 6-й вернусь за пухой. Да здесь апни, здесь быстро, блядь, меньше 3 минут. Я не хочу стоит. гремлинов бить, они мне всегда нравились в детстве. Посмотри на них, они... Довольно милые. Ходят Аккурат, очень спасибо. смешно, эротиком делают. Я тебя потерял. Если бы, блядь, гремлина можно было завести у себя дома, как животное, я бы непременно это сделал. Что-то денег на самом деле здесь дохуя дают. То есть мы с тобой на X30 играли, нам денег столько же давали, тут, сколько по-моему, здесь. Дроп голды, возможно, выше, типа с ракес, я хуй знает. Кстати, сегодня уже нет такого... Ну, все наигрались. Не-не-не. Всем надоело. На другой сервак, который сегодня открывается, ушли. Смотри, какая глиста. Закованная в наручники. Мне всегда нравились стартовые локации темных эльфов. Как и сами темные эльфы. Безусловно. Ну, они не скучные. Если не будешь просто смотреть. Я знаю, что, по-моему, у эльфик тут сиськи красивые. Вот, да, вот я приблизил. А жопы? Я вообще, опять. Типа... А прыгать нельзя здесь, да? Прыгать нельзя, да, поэтому Ксюха играет в Архейдж. Кстати, она серьезно залипла, и ей надо 3 раза инстанс пройти. Пройдем, так что можно это вам наше... будет в перерыве пройти. Да, в перерыве Ксюху. Надо, блядь. Такое ощущение, что мы вообще, блядь, какие-то потные ублюдки, знаешь, там, с одной блядской... Давай. Ну, Илья, давай не будем на рутаман, если мы такие... Ну, блядь, ну разве нет, ну? С одного ММО на другое, а между ними Дота, наверное, люди. А когда же ты будешь играть в нормальные люди, игры? Вон там, типа, в Стиме вышел польский аналог этого, Uncharted'а. Ты мне вчера рассказывал про него? Нет, я вообще не знаю, что такое Польша, блядь, и тем более аналоги какие-то польские. Ну, в общем, теперь на компе есть свой Uncharted. Uncharted — это такая игра, блядь, с мыльной консольки. Но тебе не понять, ты далек от игровой промышленности. Да я просто... же вообще не образованный. Да. Давай, добивай гремлинов и пойдем наружу, тут здесь уже душно стало. Да 5-й левел пока только. Я бью гремлинов. Я же тебе говорил, давай выйду на улицу. А там ничего интересного на улице тоже нет. Пенис... Все, я побегал один. Пенис-доминатор, блядь. Если бы я взял такой ник, меня бы уже забанили нахуй, скорее всего. Смотри, а там вот человек, вчера, видимо, смотрел наш стрим, видишь, 3x давалка, 3x. Вот вообще удовлетворяет все наши требования по приему в гильдию. Я думаю, мы его уже сейчас... Возьми пока в пати человека, а я потом присоединюсь, когда мне... Когда 6-й возьму. Сейчас я соображу, как это сделать. Если люди успеют, кстати, вот сейчас на стартовой локе создать еще XXX-шлюх, там, XXX... блять, там и так далее, то мы, безусловно, возьмем их с собой в приключения. Великолепные, неземные приключения. И если я взял... А, вот все, я разобрался, Илья. Вот какой молодец, а? Угу. Так, я взял. Тебя тоже в пати брать? Нет, пока не надо, иначе у меня экспо будет делиться с вами. Такое ощущение, что тут лаг какой-то идет. А, я Ты же на Wi-Fi. Ты полю по нраву. У меня, наверное, вообще и стрим лагает нихерово, но... рабыни. Это не, никто вроде не жалуется. А, ну хорошо тогда. У меня просто Wi-Fi стоит, я вчера порно-каналы на Карбин ТВ смотрел. Мне они. Что, понравилось? Ну, они мне помогают зарядиться мужским настроением, скажем так. Выдай мне купон на оружие. Вот купон. Ой. Блять, давай пуху сразу заебало. Я хочу, пожалуйста. Так, смотри, у нас вот тоже нравится. Вот парень сразу видно, чувство юмора имеет.
Трикса, пердак, трикса, пишите я к вашим услугам. Или пердак к твоим услугам. Пердак, это хорошо. Все, вот его тоже берем, да, в пати? Да, конечно. Так, сейчас пердачок, выйди где-нибудь, чтобы я тебя увидел. Щи-щи. Magic Attack 22. А, вот, да, конечно. Magic Attack 22. Так, ребят, в пати пока сидите, король чуть позже подойдет, он должен. Да я просто доминировать по уровню. Все, давай, можешь меня закидывать. Так, пердак, давалка у нас. Давалка в пердак нам нужна еще. Пердак, давалка, пердак. Пенис доминатора не берем, да, он скучный. Угу. Я тебе инвайт на уровень. Да, я все получил. Че они мне, блин, соулшоты-то не подгоняют? Они должны были дать... спиритшотс-то. Ладно, похеру. Спиритшоты у тебя в инвентаре уже лежат. Да я знаю, но я думал, они еще больше дадут. Да, ребят, для тех, кто не с самого начала смотрит, это действительно обзор на Lineage от Ильи. Да, вот, обзреваю. Самый серьезный Lineage. Графоуни неплох. Так, давай быстрее пойдем. Подожди, сейчас. Вот смотри, у нас Зашквар ТВ. Нравится? Вот шлюшка мне нравится. Вот шлюшку я заберу себе, потому что у меня как-то никто не такой был. Все, короче, блядь, меня просто там пишут, отвлекают еще и по делу, блядь, а мне тут надо, я вообще не вовремя, видимо, стрим запустил. Ну давай паузу поставим. Никаких пауз, побежали. Все, я вон, ну, у нас есть шлюшка, пердак и давалка, все. Так, шлюшка, пердак, давалка, вижу. Нет, еще кто-то появился. Еще, а сколько максимум людей в пати? 7. Темная ночь есть. И Shadow... Зашквар. Вон, зашквар есть. Shadow Anel. Shadow Anel, не пропусти. Shadow Anel. А вот Shadow Anel. Бери Shadow Anel. Зашквар, пердак тут. Так, Shadow Anel. Соска 228 взял? Нет, не вижу. Нет. Закидывай. Соску берем? Ну, конечно. Король выбрал вас. Всех бери, у кого XXX в нике. Да не хватит у нас лотов. Да уже. Хватает. Ну все, типа. Блять, а кто, какой мудак вот вообще взял? Слушай, вот там у нас есть, короче, Shadow Anel. Если вместо файтера найдешь еще одного мага, то лучше его. Вот, в логина. А, нет, это, блядь, тоже воин. Короче, файтеры нахуй не нужны. Бери мистиков. Тогда мы сможем просто охуенно сейчас пиздить всех на нубской локации. А как мне кикнуть его с пати теперь? Блять, ну кикни как-нибудь. Ой, блядь. Ну, блять. А, 9 человек, Макс, пойдем. Ладно. Да хуй с ним, блять. Закинь еще, короче, пару мистиков. Бежали. Ну давай, все иксы пусть будет. Здесь. Угу. Темная ночь. Блять, какой чувак даже заморачиваться не стал. XXXXXXXX. Я его и позвал, молодец. Ну хорошо, да, наверное, это правильно. Все, все, пойдем. Рейд босс наш, все. Да, блин, сейчас любой босс наш, короче. Как видим кого-нибудь, сразу начинаем пулять по жесткому ему поебальнику. Смотри, а это человек, да, бегает или кто это? Так, раз вы все равно... Раз вы все равно, типа, смотрите стрим, то вон, короче, слева какие-то гомики бегают раком. А подожди, там вон человек за нами бежит, мы же эльфы, мы же не любим людей. Да? Где человек? Он там волос, я в самом конце бежу, бегу. Так, по моему таргету тогда пуляем, слышите? Ага, вот этот красного давайте сольем тогда, чё вы стоите? Вот все, хорошо, Кабан. Так. Единственное, мы потеряли кого-то. Давалка отъехала. Ну ладно, ничего страшного. Так, ну блин, человека нам трудно будет вальнуть, но если мы все по таргету ёбнем по нему, скорее всего, он меня будет сливать. Ну давайте, короче. По человеку ебаному. Ну, чер... А, они же не слышат меня. Блять. Ну я приехал, короче, с 2000. Вас сейчас тоже, скорее всего, разложат. Все-таки трудно, будучи 6-м левелом, убить какого там, от гомик 20-го, наверное. Свастон, живи! Я не знаю, я ничего не стрим, не могу стрелять.
Ну, надо же Ctrl зажимать. Я зажимал. Ну, главное, что он умер. Блять, остальное неважно. Из нашей пати, правда, и пердак отъехал. Остался Подожди, а там... 13:37, видимо, в честь моей школы. Мы в город, да, попали? Подожди. Да? А, ну это специально, это задумано так было. Дилей на стриме большой. Да кто бы и сомневался, ребят, но догадаться о том, что просто хуярить надо по таргету, блять, по-моему, мне кажется, можно и без подсказок, скажем так. Мэтт, мы всю ночь баб уговаривали говорить фразу про тебя. Одна баба сиськи показала под дудкой. Певец, обязательно скидывай мне видео каким-нибудь образом. Я не знаю, сюда прям ссылку запили, я ее пропишу, прям пропечатаю и, естественно, покажу прям в прямом эфире. Даже несмотря на то, что мы, несмотря на то, что мой канал к хуям забанят, блять, к полным. А мне вчера, кстати, ребят очень много наскидывали всяких азиаток для тебя. У меня там целая подборка азиаток, стримеры для тебя, я теперь есть. И эти азиатки меня знают. Ну, типа, не, ну, им Ну, объяснили, в уже чем смысл. знают, на самом деле. Мне даже ребята писали, что вот, Леш, мы вот эту выбрали, вот эту вот Илье Ага. показывай. Они там договорились за тебя уже, она уже тебя ждет, короче. Азиатка. Ну, я прям стесняюсь, я так боюсь. Но, ребят, я понял, вы оправдали мое доверие, я постараюсь, постараюсь. Надо просто это, побриться. Правильно? Перед тем, как... Конечно. Так, ну у нас все тут, блядь. И Ксюху к маме отправить. Вся наша говнопатия. Примерно рядом там кто-то из нее выжил и остался. Ну, побежали тогда к ним навстречу, опять там похуяримся, я не знаю, и мы Кто-то потом... один потерял, короче. Нам надо дождаться просто Хеса с АВГН, как я уже говорил, нашего потного, блядь, товарища. Одного, вот, кстати, этот мудил. Смотри, смотри, из-за гор Семен появляется. Семен нормально такой выбегает. Здорово, Сема, блядь. Да, давай, давай берем Семена, мне понравилось, как он вышел. Но... Эффектный выход Семена. Тем более, знаешь, никнейм такой все-таки Семен. Не просто так, мне кажется, он его взял. Он, может быть, знает даже, что это значит по-английски. Плохо то, что мы, пистоны с Вастон, мы как-то предали, блядь, свою Ну. идею XXX. Свою же идею предали. Практически собственных, можно сказать. Пердовка, не, ну пердовка, прости, уже не оригинальный. Еще нравится, давай возьмем. Не-не-не-не, я так улыбнулся, потому что, ну, знаешь, там, пердак, пердовка. Много, Ну, типа, видимо, может, людей. брат, сестра. Ну, может быть. Ты, кстати... А, ну да, нет. Наверное, не стоит тему инцеста поднимать. Правильно. В стриме. Ну, смотри, слабый сосочек с двумя иксами, Все, все. вот, ребят, я пока, ну, долго еще это вы не услышите, поэтому я стрелять не буду, но мы сливаем сейчас опять этого, блядь, Хавка, хуй знает какого он там, 20-го, наверное, может быть. Может быть, нет, но суть потому, что шарик рядом с ним, то где-то так. Короче, просто, блядь, кто-то из вас начинает сейчас пиздить в него, а я... Да-да-да-да-да, вот кто-то уже шарит. Правильно, Семен, Семен, ты шарит, Сема! О, ребят, надо наказывать. Проштрафился. Не в того пальнул. Все, хорошо, Да, хорошо. да, да, да. Нормально, нормально получилось. Мы как бы пожертвовали мной, но ради того, что Семен все правильно сделал, вот сразу видно, профессионал подключился. Даже, блядь, солить не стал, просто сразу ёбнул по черту, да и все. Сейчас я тоже подойду. Еще разок. Ты, кстати, представляешь, как трудно нам будет вообще, в принципе, играть? Или я тут телка моя прибежала. Твоя настоящая или которая Вот три пердак? икса, телка казаха, три икса. Ну, так, блин, придется кого-то выгонять, походу. Да нет, я друзей не брошу, родителки Да. мне. Ну ладно. Не, ну Мы это, же вся кстати, одна семья похвально. уже почти. Такой чувак редко случается. Обычно люди Да не все-таки все ради, страшно. блядь, влагалища на все готово. Без вариантов. Так тебе скажу. Вот Так, мимо ребята, меня. вот здесь вот парень, вот здесь вот парень, вот. По нему давайте, он на сборище назвал. Мы не сборище, мы королевская свита. Не-не-не-не-не-не-не, погодите, без меня никого не бейте, я должен видеть, как А я происходит. уже, я уже начал, я уже начал, Угу. прости. Все, Ну, все, мы его наказали. Мы уже это разобрались, как вы играть. красными-то не становитесь там просто так. Я А, все. стал красным, и в меня стреляют. Ну, Ну, все, блядь, ну видишь, видишь. ребята, ну соска это предательство. Свастон, свастон. Тебя предали, друг мой. Меня предали. Меня соска 228, которую я любезно принял, предал. Ну, чё-то можно сказать, шлюха это соска. Надо как бы ее теперь захуярить по всем правилам. Это вообще, блядь, даже не баба на самом деле. Когда ты говоришь соска 228, ты представляешь симпатичную телочку.
А это оказался просто какой-то говнюк. Ну, казах ПК, это не значит, что его надо отмывать тут убийством. Тут, блин, вокруг полно мобов, об которых помыться можно. Давайте лучше. Вот, смотрите, БДС стоит. Явно не из нашей пачки, даже иксов нет на нике. Просто, блядь, берете и стреляете в него. Зачем стрелять в казаха невинного? Но. Илья, у меня ствол не могу теперь взять в руки. Ну все. Значит, что ты постарел. После 80 обычно уже ствол в руки не берется. Вот, Илья, это печально. Все, теперь я красный, но это ненадолго. Я смогу убить. Блять, тут вообще есть монстры-то? Да, вон они, браун-келтеры. Юнг-браун-келтеры. Смотри, меня красного никто не слил, меня уважают. Да, это, ну, сам понимаешь, соска это, 2-2-8. Пистан, го ебаться. А, то они интеллектуалы, фанаты. А почему я не могу оружие переносить? Да, кстати, у меня что-то пушка выпала из рук. А, ну, видимо, я... нубских, блядь, ПК как-то карают. Ты же еще до сих пор красный? Да. Как мне излечиться? Ты можешь одевать оружие, которое, блядь, ну, тебе дал не член гильдии приключений, а твой изначальный вот этот анальный посох, который на какую-то секс-игрушку похож. Ну, я его вставил, куда нужно. Ну, да-да-да, ты правильно сделал. Так, по мне какой-то мудак расчехлился. Смотрите у меня, блядь. Ребята, в нашей пати есть кто-нибудь очень потный, который сейчас нам скажет, где мы можем пойти быстро уровень поднять? Там, да это я сам все знаю, мы когда вечером пойдем, я просто сейчас не буду говорить, ну, блядь, туда, куда мы придем, и так нам придется постоянно меситься, блядь, скорее всего, беспрерывно. К тому же с нами будет, например, этот Хес с АВГН, это не всегда хорошо, как ты понимаешь. Он может в определенный момент запутаться в кнопках. Что опасно. Так, а мне в город лучше не возвращаться, да меня опять убьют. Ты где вообще родился-то? Угу, понятно. Меня просто подошел и стражник убил. Ну да, гварды бьют ПК. Ну ты бы его разложил, короче, этого стражника-то. Так, а чтобы меня помыть, что мне нужно сделать? Ну, умереть несколько раз подряд. Да подбегай об стражников, убивайся, да и все. Либо мобов, блядь, фарми, но... Чё-то это долго, особенно когда в тебя в пачке 9 человек. Ну все. Меня захерачили. СВС для вас прокачал, пишет певец. Нужен нам твой СВС. Так, ладно. Ты пока, казах, развлеки народ, почитай какую-нибудь херню, я пока отвечу на деловые всякие темы. Народ здесь спрашивает, в какой программе ты стримишь, там, ребят, либо OBS, либо XSplit. Всем прекращайте спамить, давайте слоу-мод поставим, чтобы приятнее всем было. Сейчас. Члены начинают кидать, ну молодцы, молодцы. Там мне продолжают присылать новогодние истории, но они нам уже, по-моему, неинтересны. Слоу мод. Ребят, дота будет чуть попозже, сейчас немного пробегаем в линейку. А потом уже, возможно, дота будет. Модерку никому не дадим. YouTube посмотрим. Играем мы на интерлюде, совершенно верно. Илюха лучше это, да. Писюны не нужно. Джесус пизду и делать обзор, все верно. Да, Телян, ну, ничего интересного. Психотронный излучатель скинули на Тим, замечательно. Казах подсосок у Ильи, конечно же. Естественно, ребят, ну, блядь, поэтому как мы и берем людей, чтобы... Ну, чтобы были, правильно? Подсосы. Мне не нужен человек, который будет так же хорош, как я. Потому что рано или поздно он соберет деньги и всех кинет. А соберет казах деньги, нахуй никому деньги. Не нужен. Его можно использовать как угодно. Как раба. Полнейшего.
А расскажи, как вы познакомились с Ильей? Значит, это было в далеком 1999 году. Илья тогда работал VJ-ом в С одном Востон ты из... мертв уже, да? Я, да, похож, что мертв, я полностью. Ну, понял тебя. Илюха был VJ-ом в одном из алматинских, так скажем, гей-клубов. Свастон, я тебя вижу, сукин ты уебок. Блять, как тебя вставить? Блять! Меня гоблин Гоблин. отпиздил. Я просто хотел убиться об гоблина, а он меня отхуярил. Видишь, он по сраке мне сейчас даст. Он меня убьет, а не ты. Давай, гоблин, блять! Еще тычку! Блять, ну куда Давай, ты? давай, давай, гоблин! Блять, успеешь! Ай! Гандон ти! Теперь я слабенько, вам бы уровень поднять. Да. Да. Но не доконтролил, ничего страшного. Меня тащит какой-то полено выебать хочет. Так. Че я планировал-то? А, перерыв. Мы там типа куда-нибудь должны пойти в Дотан или еще в какое-нибудь говно, наверное. И вечером, когда уже потные вернутся, надо создавать нормальных персонажей. Короче, по поводу Соответственно. сервера, на самом деле радует, что меня вообще не лагает, во-первых. Во-вторых, интервью мне гораздо больше Нам, хотят. мы, Типа, пишут, блядь, мы... не рекламируем сервер. Я Я не тебе сейчас рекламирую, говорю, блядь, зачем ты его это... хвалишь, блядь? Говно, а не сервер. Я доволен этим говном. Мы не рекламируем его. Денег нам не дали, поэтому ты не должен расшаркиваться. Это обычная Это... Ява сервер, который Вася держит. Успокойся. Короче, ребят, игра хуйня вообще. Говно. Не рекомендую. Графика, Да. вот в 2014 году могли бы графику и получше сделать, Да вы или... посмотрите, посмотрите на этот кусок кала. Это вообще что такое, блядь? Я Сюжет сегодня, когда мусор отвратительный. выносил во дворе, я, блядь, соседская собака и то лучше нарисовала, чем вот это вот. Ну это что такое? Там сюжет Стыдно. после... Стыдно. Мувиков никаких вообще нету. Звук отвратительный, блядь. Отвратительный. Прыгать нельзя. Прыгать нельзя. Ну что это такое вообще? Ну Я короче, помню, когда я я играл, резко блядь, по этой в прямой. Грация Файнал или в какое-то такое говно, мне там все пиарили. Вот в чем мы на Азиме гамали тогда на сервере для Задрот ТВ, мне все рассказывали, что прыгать теперь можно. Я такой, нихуя себе, как это сделано. А там, оказывается, просто в определенный круг встаешь, тебя, короче, тебе просто, ну, запускает, как с батута в космос. Вот. Это немного не то, что я ожидал, когда мне рассказали, что прыгать можно. Че, в Доту гол? Закрывать ты дерьмо. Да, пока перерывчик. Ждем, пока придет этот Руслан, блядь. Который все мне мозг ебал целыми днями, когда пойдем в линеечко, а пошли, его нету, блядь. Ты мне на один простой вопрос ведь мне закрывать? Да-да-да-да. Я уже закрыл. Ну, мы ждем там, я не знаю, 6-7 Клуб вечера. Ксюху, Барбар.